Национальная выставка Казахстана в одном из самых знаменитых французских музеев ГИМЭ вызвала живой интерес местных журналистов еще до своей презентации. Через несколько дней для публики откроется выставка «Сокровища Великой Степи», организованная Национальным музеем Казахстана при поддержке Министерства культуры и информации и посольства нашей страны во Франции. Над подготовкой первой парижской презентации самых значимых артефактов казахской культуры музеи двух стран работали в течение нескольких месяцев. Организаторы обещают удивить новым форматом. Выставка станет своего рода спектаклем, путешествием в историю Казахстана. Увидеть эту экспозицию можно будет в течение 5 месяцев. По словам президента музея ГИМЭ Яник Линс, еще до открытия первоначальный срок было решено продлить, так как ожидается повышенный интерес со стороны ценителей искусства. Речь не идет о том, чтобы представить 150 экспонатов. Важно дать понять через символичные шедевры то, что я называю казахстанскими джокондами, по аналогии иконой Лувра. Через вот такие произведения показать миру отобранные казахстанские джоконды. Это будет около 20 экспонатов, и через них представить 5 эпох, охватывающих несколько тысяч лет истории Казахстана. Мы хотим через эти шедевры, эти сокровища показать, насколько Казахстан был вовлечен во всемирную историю, являясь перекрестком цивилизации.